Всем привет, ребята, с вами Кирилл Широков и Никита Петров. И вот играли мы матч с Платошей, и, собственно, был небольшой конкурс. Кто угадает счет в нашем дружеском матче в пуле. Да, и 22 человека приняло участие. И правильный ответ — это у нас счет 9-2. Поздравляю Эльмара Кулиева, Алексея Мурушкина, вертолета Вича и Владимира Михайловского. Никит, ты хоть что-нибудь в этом ролике скажешь, или я все сделаю? Я скажу, что я, конечно, предпочел бы сыграть с, наверное, с Эльмаром. А может быть, с вертолетом Вертолетовичем? Или с вертолетом, да. Или с Алексеем. Да. Короче, с кем угодно. Но не слово. Но не слово. Так, много играю в пуле. Итак, переходим мы к генератору. Эльмар у нас получает цифру 1, Алексей цифру 2, вертолет цифру 3 и Вова цифру 4. Итак, ставим от 1 до 4, 3-2 раз. И это число 1, и, следовательно, в следующем мини-матче принимает участие Эльмар Кулиев. Поздравляем Эльмара. Естественно, мы с ним свяжемся, и вы, я думаю, все увидите этот матч. На этом всем спасибо, да, за внимание.